Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблеме зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передачу «Беречь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в которой мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И одним из часто встречающихся вопросов, которые задают нам радиослушатели, касается проблемы детской агрессии и конфликтов конфликтных отношений. И мы подготовили к эфиру серию передач с участием представителей профессорского преподавательского состава Московского государственного психолого-педагогического университета по этой проблеме. Я представлю экспертов нашей передачи. Доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки. Профессор магистрской программы Педагогическая конфликтология Владимир Георгиевич Зазыкин. Здравствуйте. Здравствуйте. И доктор политических наук, директор Института иностранные языки и современной коммуникации и управления МГППУ, заведующий кафедрой теории и практика управления, руководитель магистрской программы Педагогическая конфликтология Антолий Иванович Кирсанов. Здравствуйте. Здравствуйте. А, на дв предыдущих двух наших передачах. Мы достаточно много говорили, что же все-таки изменилось за последнее время. Изменилось то, что конфликтов стало все больше и больше. И вот Владимир Георгиевич вообще для меня раскрыл глаза, говорит, что наиболее конфликтная среда это школьная среда и среда театральная. И здесь понятно, потому что в школьной среде встречается достаточно много участников конфликта. Вот вроде бы все просто, но над этим не задумываешься. Оказывается, там ученик и ученик, у, 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 педагог и ученик, два педагога, э, директор школы, и, э, родитель, родитель, педагог и так далее, и так далее, и так далее. И за последнее время действительно было много случаев, когда вот эти конфликты приводили э, к достаточно неприятным, плачевным последствиям. Наши радиослушатели обратились к нам, чтобы мы более подробно могли а разобрать на нашей передаче примеры конфликтных ситуаций. Но а начнем мы, наверное, с того, что поговорим о конфликтогенах. Что же это такое, Владимир Георгиевич? Ну, конфликтоген – это либо причина, либо фактор действия которого создает конфликтные ситуации и приводит к конфликтам. Их много. Ну, например, негативные черты характера участников, вернее, этого процесса учебного. Эмоциональное выгорание, как я уже говорил, профессиональная деформация, неверные установки и так далее и тому подобное. Вот в образовательном процессе, ввиду обилия э, видов конфликта, их очень и очень много. Поэтому уметь разобраться в них, уметь определить истинное, декларируемое, это очень непростая задача. Очень непростая задача. Поэтому главное в подготовке наших специалистов как раз стоит и в том, чтобы они умели отличить настоящий конфликтоген от того, что декларируется, настоящая причина от та, которая преподносится, определить истинные мотивы и цели участников конфликта. Вот, вот такая задача стоит. Ну, можно я включусь в разговор? А на самом деле конфликтогены и ранее были и, и много веков назад, как только начался образовываться учебный процесс. Всегда было некое противостояние между учеником и учителем. Одни отстаивают свои знания, другие дают знания и контролируют их а, приобретение, то есть освоение этих знаний. Поэтому в старые добрые времена конфликты доходили до того, что учителю было дано право пороть за двойки, за неуспешность своих подопечных учеников. Да? И в этом плане, развивая определенные гуманитарные основания учебного процесса, гуманитарные основы учебного процесса, мы дошли до того, что в конечном итоге мы только воздействуем на учеников путем слова и убеждения никому не дано право рукоприкладства там и, и и другие подобные излишества, как мы сейчас об этом говорим. Вместе с тем даже в, на основании выстраивания на основе гуманитарных, значит, принципов учебного процесса мы понимаем, что в современном мире конфликтогенов стало больше. Почему? Потому что, но ну, Возникают такие э, решения, как научно-технический прогресс. То есть раньше телефонов не было, потом появились мобильные телефоны. Э -э, родители звонят э, ученикам, да. как в школе дела. Ученики звонят родителям. Иногда звонки раздаются во время урока. Э -э, учителя запрещают пользоваться э -э, этими телефонами. Потом появились современные уже гаджеты планшеты, айфоны и так далее. И наличие айфона на столе дает возможность значит, ученику даже иногда перепроверять то, что дает учитель вот у него работает, он работает, хоп, включил. И говорит, учитель говорит так, а вот Википедия говорит по-другому. Уже конфликт. Вот назревает. уже, да, уже возникает, то есть может возникнуть э, дополнительный вопрос учителю, который он готов, хороший учитель всегда готов к таким вопросам, он готовится к уроку, он должен готовиться к каждому уроку. Поэтому, безусловно, он должен посмотреть и не только как бы, учебную литературу, не отклоняясь от учебной программы по дисциплине, которая утверждена соответствующими учебно-методическими советами, руководством школы и идет по стандарту образовательному. Но вместе с тем он должен посмотреть, а что сейчас новое печатается, что в прессе и так далее. Поэтому вот даже такой простой пример может привести к рождению, казалось бы, простого легкого противоречия, которое может вылиться в непонимание, в конфликтную ситуацию, которая может перерасти потом в конфликт, и вполне серьезный конфликт. Вот в этом контексте, конечно, современный, современный научно-технический прогресс, он вносит свою лепту, он расширяет количество конфликтогенов, и он повышает требования к нашим педагогам, которые осуществляют учебный процесс в школе. И также мы должны понимать, что развитие получают и родители в этом контексте они тоже вполне продвинутые в этом плане поэтому в вузах профессорско-преподавательскому составу в школах учителям воспитателям в детских садах нельзя сейчас уже ученики вернее дошкольники пользуются свободно такими гаджетами и поэтому и воспитатели в дошкольных образовательных учреждениях тоже должны быть вполне продвинутыми и уметь, отговорить ребенка пользоваться гаджетами, вы знаете, некоторые подседают на то, чтобы обязательно постоянно быть в интернете, вот постоянно быть в социальной сети, постоянно еще как-то быть. Но э, здесь нужна кропотливая работа, повседневная кропотливая работа с учениками, с, с воспитанниками для того, чтобы э, можно было их внимание переключить с интернета на все же на то, что говорит учитель, то, что он рассказывает. А это, это конечно, в свою очередь Предъявляет новые повышенные требования их к подготовке, к эрудиции общей, как мы говорим, IQ, да? к общей эрудиции учителя, умение его заинтересовать преподаваемым материалом, умение говорить, умение контактировать с учениками опять же, бесконфликтно. Ну, дело в том, что если вот сейчас опросить педагогов, большинство скажет такая позиция им ближе, что Преподаватель всегда прав, вот. То есть э, надо научить э, педагога навыкам и знаниям, как э, разрешить конфликт, потому что, ну, если пед, э, педагог всегда прав, то вот уже, пожалуйста, это уже проблема. А в Википедии написано вот так, да. и вот уже начинается. Э, в армии проще, хотя в армии тоже э, там. Все мы служили, да, и знаем, что командир всегда прав. Если не прав, смотри Устав, да. Статью номер два. Да. Устава. Вот там там проще это разрешается. Здесь вот все-таки вот важно. Есть такие педагоги, которые вообще принимая экзамены, говорят, что ну пятерку я тебе не поставлю априори, потому что я сам не знаю она отлично. Вот, вот, вот как здесь быть уже, да? Вот, уважаемые радиослушатели, коллеги, я хочу привести несколько примеров и Владимиру Георгиевичу попросить сделать экспертную оценку заключения. Как же правильно, во-первых, проанализировать этот конфликт или конфликтную ситуацию, что это и дать свое заключение или рекомендации. Мы здесь несколько, мы подобрали несколько очень характерных примеров. Они не характерны для всех школ. Они не характерны для всех учителей, безусловно. Но они э, ну, наиболее часто встречающиеся при изучении конфликтных ситуаций в образовательной среде. И э, когда наши э, магистранты... Э, пытаются показать свои знания на семинарах, на практических занятиях по магистрской подготовке, педагогическая конфликтология. Они зачастую приводят вот такие примеры. Поэтому, если вы позволите, я несколько таких характерных примеров подобрал, на которых ссылаются наши магистранты. Если вы позволите. Ну, пример номер один. Между учителем истории и учеником восьмого класса возник конфликт по поводу критериев оценивания ответов. Педагог считает, что ученик не может знать предмет на оценку отлично, вот так, как вы и говорите, так, так как, по его мнению, она сама не знает этот предмет на отлично. Поэтому между учеником и педагогом всегда возникает напряжение. Это стало известно классному руководителю этого класса восьмого, которая решила разрешить возникну, возникшую ситуацию. Но ну вот, э, я хотел бы попросить, Владимир Георгиевич, дать вот, э, путь разрешения вот возникшей ситуации, определить, это конфликт, ситуация. Но прежде чем э, как бы предложить ему это сделать, мы должны с вами понимать, что мы имеем различные установки и требования. Требования к ученику определены стандартом. Что он должен знать? по тому или иному предмету. И э, в соответствии с методикой оценки, что он должен знать, учитель должен поставить ему соответствующую оценку. А вот оценивание знаний э, педагога э, ⁇ это совершенно другие. То здесь критерии. разные критерии оценки. Это получается. одно, второе. Мы должны с вами понимать, что нет пределов совершенствования знаний. Чем больше человек знает, тем ему кажется, что он меньше знает. И в этом контексте а, вот учительница заняла вот такую позицию. Поэтому, Владимирович, как вы считаете? Ну, Владимир в Георгиевич, мне, совершенно... мне тоже это интересно лично, потому что у меня такая история вот лично со мной была, когда я сдавал экзамен. Однозначно педагог не прав. В данном случае выдавать такую позицию было бы совершенно неверно. Она не знает. Это ее проблема, что она не знает этот предмет на пятерку она признала своей профнепригодности, грубо говоря, в данном случае. Но, к сожалению, вот такая ситуация является достаточно распространенной. Мне еще отец говорил, царство небесное, о том, что э, ему тройку ставили по физике, когда он учился, только по одной простой причине. Учитель говорил так. Физику на пятерку знает Господь Бог, потому что он создал мир. Я знаю на четыре, а ты, значит, знаешь на тройку. Но, в конце концов, этого, преподаватели уволили, хотя он свой предмет знал, у него были неверные установки. По сути дела, такие, такие оценки, они э, подрезают крылья, что ли. У людей, у людей пропадает интерес, у них нет мотивации для развития, для совершенствования в данном предмете. И это совершенно однозначно. С другой стороны, я хотел бы сказать следующее. История – один из самых сложных предметов, потому что там истина трактуется. Там истина трактуется. И появилось огромное количество разных учебников, книг, монографий, где совершенно абсолютно разные трактовки идут, приводятся примеры, бездоказательные, откуда взяли и так далее и тому подобное. Поэтому учителю может быть тяжело в такой ситуации работать, но в то же время однозначно не права она. Здесь еще один важный момент. Ведь учитель ставит оценку не только за знания, а за прилежание человека. Вот если у человека есть желание учиться, скажем, ограниченные какие-то интеллектуальные возможности, ему можно завысить оценку только лишь потому, чтобы он хотел учиться, совершенствовался. И движение вперед. И движение вперед знали, было. Поэтому да, да. однозначно неправ учитель. А Владимир Георгиевич, мы дали оценку, что учитель неправ. А как разрешить этот конфликт? Вот что должен делать ученик, может быть, родитель, может быть, директор. Ученику ничего делать не надо, надо делать директору или заучу, которые должны провести беседу с этим учителем, указать на его ошибки, показать, к чему это может привести, и побудить его действовать другим образом. Только так. Да, У -у. абсолютно правильно. <клево> В конечном итоге, уважаемые коллеги радиослушатели, вы должны понимать, что э, школа должна работать по принципу учитель для ученика, а не ученик. Для учителя. И если так брать, если из этого исходить. Вот, например, у нас э, в институте именно работает такой принцип: в Институте иностранных языков, иностранные языки, современные коммуникации управления в рамках МКППУ. И именно такой принцип. Если уходить от этого принципа теряется что-то важное и ценное. Мы потеряем просто студентов, а школа потеряет ученика но а, родители должны понимать, если учитель заявляет так, тогда родители могут поставить опрос о профессиональной пригодности этого а, педагога, но они могут вплоть до привлечения экспертного сообщества, учительского, и учитель в этом контексте а, просто это, это в этой ситуации может проиграть. Вот в этом контексте мы и учим э, наших педагогических конфликтологов, чтобы они правильно помогали э, и учителям, и школьникам, и родителям, и администрации образовательных организаций вот раз э, значит разрешать вот такие вот конфликты. Во все времена, мне кажется, и вот вы учились, и я учился, и вот радиослушатели нас э, слушают, э, могут вспомнить, что всегда в коллективе есть такой всезнайка, который гордится этим, да, да. и э, он э, начи... становится таким, в кавычках, лидером коллектива. И, и он а, иногда потрунивает над учителем, а, создает такие вот действительно конфликтные ситуации, а, которые могут довести учителя до слез. В лучшем случае, наверное. А, вот, а, вот такого рода примеры, потому что это да вот достаточно часто встречающиеся. Да. Случаи. Вы знаете, я хотел бы такой пример привести. Вот в частности, однажды один ученик спросил учительницу по литературе, кто такой Урканава. И эту фамилию на самом деле он придумал сав, а сам, сам сложив начальные буквы фамилии своих друзей. Не желая признавать своей некомпетентности, учитель а, сказал, а, что это грузинский писатель и философ. Класс знал о том, что это надуманная фамилия, и, естественно, все громко засмеялись, а, а затем, как следствие, стали учительницу именно так и называть. То есть дали ей такую вот кличку. В отношении данного класса учительница стала демонстрировать свое жесткое отношение, увеличила сложность домашних заданий и спрос за их значит, требовательность, за их полное выполнение. Конечно, это стало известно учитель, вернее, классному руководителю. Классный руководитель решил разобраться. Кто это придумал, для чего это сделано, кто прав, кто не прав. Одним словом, возникла а, такая ситуация, при которой, м с одной стороны, авторитет учителя был подорван, а с другой стороны, ученик, ну, как, он как-то подшутил над учителем. Может быть, некорректно. Вот в этом контексте я бы хотел, Владимир Ильич, дайте, пожалуйста, свою оценку. Ну, это непростой случай, потому что. Uh, как сказать, надо смотреть на позиции разных сторон. Во-первых, конечно, хотелось бы разобраться, для чего ученик придумал такую <свят> историю, что он хотел, чего он хотел добиться. Да, — дискредитировать на удар учителя? под поддых. — Да, 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 да хотел дискредитировать под... учителя, то почему, <свят> <свят> какая для этого была причина. Вот здесь надо покопаться, поискать. Второй момент, конечно, педагог проявил uh, низкий профессионализм. Почему? Дело в том, что когда школьники начинают хохмить, и об этом знает весь класс, у них все на мордочках написано, что сейчас будет какая-то история, будет какая-то провокация, будет чего-то. И не заметить этого нельзя. Это раз. То есть надо повышать свою психологическую компетентность, так называемый эмоциональный интеллект, когда по эмоциям людей можно определить их намерения. Второй момент – Учитель проявил негибкость. Можно было бы выйти из этой ситуации более достойно. Можно было сыграть. Можно было немножко ä, манипулировать ребятками. Ну, как угодно. Но здесь вот так однозначный ответ рубить топором. Да, нет там. Или говорить, что не знаешь, ни в коем случае делать нельзя. То есть, конечно же, надо повышать психологическую компетентность раз. Гибкость, гибкость учителя, пластичность, чтобы он мог в разных ситуациях находить разные стратегии управления этим делом. Ну и, конечно, разобраться. Сколько лет там был? Не, не сказано этому ученику-то. Нет. Не сказано. Можно было бы при разборе полетов сообщить ему, что все-таки это не мужское поведение, это разыгрывать женщину, таким образом и позорить ее. Кем ты вырастешь? Каким-то мужчиной вырастешь, если такие вещи делаешь. Но это должен быть мужской разговор серьезный. Вот я думаю, если бы преподаватель был мужчина, может быть, даже он и не посмел бы так допустить. Да. Коллеги, вы знаете, вот если нас слушают учителя, э, поскольку, поскольку я заведующий кафедрой, есть некий опыт э, общения с, со студентами. Студенты в Москве у нас тоже достаточно эрудированы, и возникают различные ситуации. И в этом контексте я бы хотел, э, э, чтобы наши... Учителя и педагоги, профессорско-преподавательский состав, не забывал о таких понятиях, как педагогическая культура, педагогическая этика и педагогическое мастерство. И вот в этом контексте мне бы, конечно, не хотелось читать э, лекцию сегодня по педагогическому мастерству, но этот учитель мог бы сказать: какой интересный вопрос! Так, поручаю, допустим, Леночка. Машенька, Сашенька, еще кому-то изучите этот вопрос и выступите, пожалуйста, с научным сообщением на внеклассном, к примеру мероприятии там каком-то, да? Вот мы будем то-то-то обсуждать, вот как раз это сюда. А учитель бы не показал своей некомпетентности, б, он бы заставил пересмотреть учеников на такие последующие шаги, что в данном случае ученики могут задать и другой вопрос, тоже с подвохом. И чтобы не было таких вопросов с подвохом, и для того, чтобы а, самих себя не ставить в деликатную ситуацию, он же должен прийти и сказать, а кто это такая урканала? Кто это? Или он, или она, это как? Поэтому в этом контексте надо, конечно, а, на... На уроке или на занятии со студентами надо работать. И учителю надо работать. Не только заниматься передачей знаний. А вот вы правильно говорите. Надо, первое, надо знать свой класс. Надо знать своих учеников. Их психологические особенности. Развитость. Чистоту помыслов. Чистоту помыслов с одной стороны. С другой стороны, надо быть готовым всегда ко всему. Вот вы посмотрите, в интернете гуляют, э, гуляют э, ролики о том, как учителя бьют в школе, в классе, бьют родители, э, как над ними издеваются вот, в ПТУ студенты. И там даже есть один ролик, как вот штаны снимают одному э, педагогу, причем мужчина, э, разные в педагогическом сообществе, для педагогического сообщества это жуткие факты. Они редкие, но они есть, к сожалению. Вот педагогическое, вернее, отношение именно к учителю, к преподавателю, именно физическое насилие и унижение, публичное унижение. Но поверьте мне, с педагогом, который приходит в класс и проводит занятия интересно, с педагогом, который достойно несет свой, свою, ну, вот свою ношу, свой чемоданчик, как мы говорим, да, который вкладывает в студентов или в учеников свою душу, вряд ли такое произойдет. Поэтому к каждому занятию надо готовиться и делать его интересным для учеников, и от этого получать удовлетворение. Иванович, и вот как вот... только удовлетворение с... педагог нет. начнет получать, вот таких вопросов не будет. Вот с одной стороны жалко учителя, которого унижают. Да, безусловно. Но с другой стороны получается, что он виновник, что не смог увидеть этого конфликта и его разрешить. Он хотя бы должен был просигнализировать и обратиться за помощью к мастеру уладить вот этот конфликт. А если он э, его не видит и терпит, э, тем, э, в принципе, это двойная вина, наверное, потому что он же еще и педагог. Да. Ну, и, мы должны понимать... Владим, Владимир Георгиевич. Да, здесь бы я хотел сказать следующее о том, что э, программы, в частности, школьные, особенно по литературе, изобилуют такой информацией, что учителям иногда и не объяснишь. Например, берем поднятую соляну. Сейчас она в школьную программу входит или не входит? Ну вот, к сожалению, я не знаю. Я не преподаю данную Там есть эротические сцены. Да, думаю, что входит, Давайте объяснять. Учителя зададут вопрос, что это значит. Там описывается эпизод с Давыдовым, с Лужкой, на Пожалуйста, объясните, пожалуйста. Вот еще раз, вот Анатолий Иванович прав в том, что надо быть готовым к всему. Это провокация уже. Провокация. Но с другой стороны, она является запрограммированным конфликтогеном. Понимаете? А сама учебная программа такова, что она программирует конфликты, которые могут возникать. Вот та литература, которую начинают осваивать в школе. Много таких примеров. Если обратиться к другим конфликтогенам, например, я обратил внимание ваше на так называемые разные установки по поводу воспитания, приведу один пример. Обычно родители приходили в школу посоветуют с учителем, как воспитывать своего ребенка. В настоящее время в нашем обществе информационном, где имеется огромное количество информации, многие решают, что они сами хорошо все знают, и не надо специальных знаний, они прочитали там в интернете еще где-то. Пример. Какое-то время назад одни мои знакомые, у них родился сын, они его решили воспитывать сильной личностью. И сделали вывод для этого, что его не надо никогда хвалить. Его надо критиковать за содеянное что-то не так. А если он что-то делает хорошо, его хвалить не надо, надо молчать. Вот тогда он будет сильный. Не надо, чтобы мама его ласкала, чтобы гладила по головке вместе с папой. Вот так вот. Не надо называть его ласковым именем, Ничего не надо. Вырастет сильный человек. Вырос. Сволочь жуткое. Совершенно для него люди это мусор абсолютно. Для него только свои интересы, свои потребности. Теперь родители страшно страдают. В школе говорили, нельзя так делать, приводили кучу примеров. Но они, видите ли, как, они представители естественных наук, а физики там какие-то. А физики, они все стараются любые социальные процессы, психические, какие угодно, описать формулой. Вот они формулой пишут, они довольны. А права это формула, не права, это уже другой вопрос. И они решили, что так и будет. Поэтому, а, еще раз говорю, один из мощных конфликтогенов это разные психологические установки на обучение и на воспитание. Здесь между родителями и учителями должен быть консенсус обязательно. Они Я предлагаю друг друга. следующую нашу передачу Вот именно с этого и начать. Это потому, что для каждой семьи очень важная и серьезная проблема, которая воз... порождает конфликты между родителями, между детьми и переносится в школу. Уважаемые радиослушатели и зрители радонеж ТВ, наша программа выходит в эфир на регулярной основе еженедельно по четвергам в 23 часа и на следующий день в повторе по пятницам в 16 часов. Для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы Раистины и ложные, начиная с 2012 года, их уже более 250, можно найти на сайте Радио Радонеж в разделе рубрики Раистины и ложные а видеоверсии в YouTube Радонеж ТВ. Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте Радрил, собака, яндекс.ру и на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово ⁇ вера ⁇ русскими или латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня... В нашей студии принимали участие доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки, профессор магистрской программы Педагогическая конфликтология Владимир Георгиевич Зазыкин и доктор политических наук, директор института иностранные языки современные и современной коммуникации управления МГППУ, заведующий кафедрой теории и практика управления, руководитель магистрской программы Педагогическая конфликтология Анатолий Иванович Кирсанов. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче, а в следующей передаче как раз мы э, подробнее будем раз, про, говорить о примерах, которые встречаются и э, которые приводят к серьезным конфликтам. Да. До свидания. уважаемые радиослушатели, мы продолжаем передачу. Я представлю другого участника. Первый заместитель председателя правления, ведущий семейного клуба «Трезвости» Дмитрий Петрович Девяткин. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Петрович, у меня к вам вот такое предложение. 11 сентября в стране отмечается Всероссийский день трезвости. И вот Предложение заключается в том, чтобы к 11 сентября мы с вами могли выпустить в эфир несколько передач, посвященные вопросу, как жить трезво, чтобы вот эту тему раскрыть как можно подробнее, полно. Уже более ста лет назад. Вот этот день, Всероссийский день трезвости, пришел в нашу страну по инициативе Русской Православной Церкви. Но здесь речь идет о трезвости: не воздержания от алкоголя, наверное, а более шире надо смотреть на этот вопрос. Поэтому э, тема очень емкая, и я вот предлагаю ее раскрыть в нескольких передачах, то есть записать вот такую серию передач. Очень хорошо. На самом деле эту тему нельзя раскрыть ни в одной, ни в двух передачах. И у нас есть что сказать. Если будет десятка-два-три возможности таких, то мы тогда относительно подробно эту тему сможем рассказать. А мы 11 сентября, в канун 11 сентября, на нашей передаче... Отпразднуем с нашими радиослушателями. Трезво Есть... отпразднуем? Да, трезво, конечно. И, и я думаю, что мы сможем э, уже тогда э, утверждать, что нас стало больше. О, ну, это посмотрим. Ну вот смотрите: вы говорите о трезвости в широком смысле, да, в каком смысле снялись языка? И действительно, мы не ставим себе задачу исключительно утилитарно избавиться от алкоголизма, наркомании или игромании и все. Нет, для нас э, задача избавления от алкоголизма это первый шаг, э, и первый, этот первый шаг дает нам возможность наработать э, те механизмы, рычаги, подходы, которые мы можем уже применить к борьбе э, с другими зависимостями, ну православно сказать, бы страстями, да, можем, ну можем, наверное, мы такую терминологию применять на православном радио вот. Поэтому э, это с одной стороны, но с другой стороны мы тоже не можем Слишком увлекаться более широкими дискуссионными вопросами связанными с трезвостью. Нам важно все-таки прежде всего, помочь людям избавиться от такой беды. Это ведь очень серьезно. Когда человек пьет или когда он наркоман, это выжженное поле. В его семье, у него на работе, весь ареал окружения, он превращается в каком-то смысле в созависимых. В любом случае страдает как минимум от этой зависимости. Поэтому это большая беда. И, конечно, если мы хотя бы помогли людям избавиться значит от алкоголизма ну здесь слово хотя бы можно в кавычки поставить это очень большая задача ну да мы действительно понимаем что если человек бросил пить а там увлек с наркотиками или стал не вылезать из-за компьютера вот а можно сказать и более широко стал горделивым или стал раздражительным а это часто бывает вот сейчас у нас действительно развелось очень большое количество псевдометодик которые, с одной стороны, иногда э, на какое-то время дают трезвость, но, во-первых, неустойчивую трезвость, но самое главное, что человек с социальной точки зрения э, очень много теряет. Семья э, для него превращается в поле битвы. И иногда человек после э, осуществления главной задачи, вроде как главной в данном случае избавления от алкоголизма, э, приходит в свою семью, и он становится... Э, просто ужасен в общении. То есть жена говорит, верните мы, мне моего мужа, потому что он раздражительный, он гневливый, он не может с собой справляться. Вот, и поэтому, конечно, мы э, главной задачей помимо, э, а может быть и вместе даже, и в равной степени ставим задачу социализации. В этом отличается наш семейный клуб трезвости, что мы не бросаем просто вот, как революционные центры. Ну хорошо, ладно, вот ремиссии есть, все, давай гулять. Вот, ну, Во-первых, таким образом сама ремиссия, то есть воздержание не будет устойчивым. А с другой стороны, человек не ресоциализируется, не, не станет тем же самым человеком, каким был до употребления. А наша задача сделать не просто таким же, а сделать лучше. У нас люди после того, как бросают пить, они становятся многодетными. Ну вот, кстати говоря, нехорошо не про себя говорить, но у меня семь детей. Да? Вот, и а, подавляющее большинство моих детей, там как минимум пять, родилось после обретения трезвости. Вот. И так э, очень большое количество э, значит у нас общинников, которые бросают, они становятся многодетными, они становятся э, очень, э, они поднимаются очень по профессиональной лестнице, они становятся очень признанными в обществе и так далее. Приобретают какие-то необыкновенные таланты, внезапно начинают писать стихи. Вот э, с одной стороны здесь и э, чисто божий промысел, что Господь, Господь как бы показывает, что вот ты брось, брось пить всего лишь. А я тебе все остальное, да. И действительно люди получают невероятное количество оздоровения. А с другой стороны, даже просто с практической точки зрения, если человек освободил свою внутренность души, да, от таких серьезных вещей, то она неизбежно заполняется чем-то вот позитивным, творческим, дающим всем окружающим большой, большой эффект, да, вот поэтому... Вот э, в современном мире наиболее такие опасные факторы риска это алкоголизм, наркомания, ну можно сказать табакокурение все-таки, потому что э, употребление табака она приводит э, к серьезнейшим хроническим заболеваниям и если рассматривать, например, э, последствия там онкологии от табакокурения, онкология от алкоголя, то э, табак э, наиболее опасен в этом плане, да? А еще один фактор ⁇ это игровая зависимость, включая и компьютерную зависимость. То есть вот, ну вот хотя бы вот таких четыре фактора, они наиболее опасные сегодня. И вот движение, ваше движение семейных клубов трезвости, оно может помочь людям, которые вот в этой проблеме. И не только те, которые в этой проблеме, а те, которые рядом с этими людьми живут. Ну, их иногда называют сузависимыми. Вы очень правильно формулируете, Алексей Михайлович. Мысли, э, в том-то и дело, что э, игровая зависимость или э, пристрастие к любым азартным играм, лудомания, так называемая, да, игромания она по свидетельству очевидцев, а у меня много таких ребят, э, к сожалению или к счастью, она сильнее, чем зависимость наркотическая. Ее нельзя вот так вот пробрасывать, типа, ну, курение на, 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 наравне с курением. Игровая зависимость это, – это просто катастрофа по силе э, захватывания людей. Вы посмотрите, суициды где больше всего? Среди игроманов. Вот. Э, и даже в истории можем посмотреть э, из классиков, да, э, знаем, да. что самые известные имена, вот, и самые верующие православные э, страдали от такой зависимости, что что называется, хоть петь людей, слава богу, что их, так Вот, поэтому игровая зависимость, это очень сложно, это очень серьезно. Но, слава богу, у меня вот в группе э, ни один и не два больше человек с Божьей помощью избавиться. Потому что я себе ничего не приписываю, что я могу хорошего сказать или умного, да? Ничего не могу. Но вот Господь, да, помогает, исцеляет, и действительно люди избавляются. Вот у меня именно в моей группе, которые вот уже мы отметили где-то 11 лет... Существует да, э, Достаточно много людей было именно с игровой зависимостью Серьезной Когда еще были вот игровые автоматы Когда проигрывались не только свои зарплаты Но и пенсии мамы И имущество и так далее И люди действительно стояли на грани На грани ну, самого страшного И слава богу исправлялись Не нужно ничего бояться Вот я прежде всего хочу сказать Дорогие мои э, созависимые Мамы, жены алкоголиков Наркоманов, игроманов сами алкоголики. Не нужно ничего бояться. Если заняться этой проблемой, она решаема. Вот вы приходите в наш семейный клуб, посмотрите, когда люди по десятку лет не пьют, не колятся и действительно справляются с наркотической зависимостью. Тоже сильнейшие, которые, ну, казалось бы, Неподъемный груз, вот, ну, который получается. нарушает биохимию организма. Ну, биохимию все нарушает. Вот, кстати говоря, что интересно, э вот для вас это будет новостью. Я этого тоже не знал, но мне ребята рассказывали, которые посещали игровые залы, что по физическим ощущениям абстинентный синдром, вот этот отходняк, так называемый, ничем не отличается от алкоголя или от наркотиков. Все то же самое связаны с головными болями, с, то есть вот на им, даже на, физ, на физическом уровне. Э, поэтому даже когда человек э, занимается, есть психоактивные вещества, алкоголь, наркотики, а есть психоактивные действия. Вот и громани Кстати, трудоголизм тоже психоактивные действия, чтобы вы знали. Вот. Э, если будет время, потом эту тему раскроем, потому что это тоже бывает, доходит до таких крайних степени вот, а поэтому вот и, и, психоактивное, и употребление психоактивных веществ и пристрастие к психоактивным действиям дает совершенно идентичные э, показатели с точки зрения вот, э, последствий, с точки зрения даже ощущений физических, поэтому это совершенно одно и то же. Вот, поэтому э, да, вот мы этим занимаемся. А Дмитрий, давайте обратимся к истории вопроса. Вот. Э праздник, Всероссийский день трезвости. Есть дни международные, например, Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Есть Международный день борьбы с табакокурением. А это не праздники, это международные дни, то есть четко зафиксированные даты. Даты, когда проводятся приуроченные к этим датам какие-то мероприятия, притом на международном уровне. Да? А Здесь вот подчеркиваю именно праздник. И инициатором этого праздника была Русская Православная Церковь. Вот об истории создания вот этого праздника и в чем же была проблема тогда, что неужели алкоголизм был в такой ярко выраженной форме в России? Я вам скажу более того, русская православная церковь подхватила знамя, которое несло изначально общество, трезвенческое дореволюционное общество Сергея Александра Сарачинского известного, значит просветителя, ученого, который у себя в Татьево открыл во второй половине 19 века общину трезвости сначала и потом по его примеру через несколько лет после того как в прессе пошла дискуссия на э, горячая дискуссия э, и люди виде его успехи виде его достижения виде как это движется люди это подхватили знамя и э, к 2014 году когда был э, последний съезд трезвенников было зафиксировано наличие 2000 э, значит, общин трезвости которые насчитывали около полумиллиона человек абсолютных трезвенников. и вот как раз это движение, поддержанное, слава богу священным синодом православной церкви, оно и э, подало идею по учреждению э, значит дня трезвости э, в день усекновения главы и она притеча, и э, церковь это поддержала и э, у нас у нас действительно ем, есть на что равняться есть э, зачем идти зачем идти э, да вот мы в своем движении э, с точки зрения медицинской э, берем э, заимствуем и положительный опыт западный то есть э, да мы не скрываем что вот семейные клубы трезвости Родом из семейных клубов европейских. Есть общеевропейское движение. В одной Италии насчитывается 2000 клубов. Опять 2000 клубов, да? Вот. И, и вот э, отец Алексей Бабурин, будучи благословленным святейшим патриархом Алексеем II, э, и старцами, Николаем Гурьяновым, Яном э, Крестьянкиным, он поехал в Италию, прошел там обучение и привез 25, ну уже не 25, уже больше, уже где-то 27 лет назад, привез это, ну, скажем так, эту науку с да, семейных клубов трезвости и посадил на нашей земле. Но ему показалось недостаточно вот этого опыта. Ну, кстати, он, я повторяю, это глубоко научно обоснованный опыт, потому что его создал в 1964 году Худалин. Это всемирно известный психиатр хорватский, ну, югославский на тот момент. Это один из ведущих экспертов Всемирной организации здравоохранения. Он создал медицинскую методику исцеления алгоритма, которая называлась «Семейные клубы трезвости». Вот. Но когда мы э, в 90-х годах у себя это посадили и все-таки изучили, вот Георгий Витальевич Гусев, есть такой кандидат в педагогических наук, один из наших ведущих семейных клубов трезвости, кстати, да, ну, он просто возглавлял первую гимназию православную, как раз, по-моему, Радонеж, не помню, Радонеж или какой-то, но первую православную он как раз возглавлял. Вот. И вот он занялся изучением истории трезвенного движения и выяснил, что, оказывается, у нас есть что заимствовать, не обязательно вот зарубежный опыт. У нас такое богатейшее движение, которое таких успехов достигло. И вот привнесли второй половины явилась вот этот э, возрожденный опыт, э, основанный именно на православных традициях, на даче обетов трезвости. Ведь обет трезвости – это не просто э, какая-то там э, процедура, это чинопоследование. Это почти таинство, это чин, специальный чинопослой, исследование есть в православной церкви, дача обеда в трезвости. Вот, заимствовали этот опыт, заимствовали подход организации общин трезвости, и вот эти два крыла были соединены вместе, и вот таким образом мы и стараемся гармонично, значит, развивать это дело и учитывать и наше русское, и, значит, и западный опыт. Но вот есть такое мнение, что все-таки на Руси много пили. А так это или нет. И вот то, что а, обратились а, к этой проблеме через а, праздник трезвости, наверное, все-таки говорит о том, что какая-то проблема существовала. Но, а, наверное, а, это миф. Вот, это один из мифов. Я приведу пример: вот если помните, был такой э, помещик по, по фамилии Энгельгард смоленский помещик. Uh, ну, он оставил высокое петербургское общество в какой-то момент И уехал к себе в губернию, стал там жить и писал записки оттуда И вот меня, например, из этих записок поразила его как раз uh, Некая глава, в которой он выражал крайнее удивление Он говорит, ну как же так, как, как в наше время Все говорят, крестьяне это вообще беспробудные пьяницы А я ничего подобного не вижу uh, И он говорит, ну выпьют, повеселеют песни запоют, иной может и завалиться, бывает подерутся. Но положительно вам говорю, ничем не хуже, как если мы закутим у Эрбера. <свят> вот. И он дальше да, он говорит, что да, иногда бывает, сказать, люди празднуют, но при этом по объективным обстоятельствам, но ну, люди вставали в 4-5 часов, чтобы подоить. Не было ни социальной системы, ни пенсионной системы, никто ничего не помогал. То есть, Поэтому... если человек уходил в запой, то он был обречен на смерть, потому что ему надо было кормить большую семью, а хозяйство там, электричество как такового тогда не было. За водой надо было ходить, еду надо было готовить, супермаркетов тогда еще не было. То есть, каждый день в то время это была борьба за жизнь совершенно верно. Через труд. Это другая сторона вопроса. То есть, с одной стороны, мы фиксируем, да, никакого пьянства не было. И оно не могло быть, потому что э, некогда было пило, и пить не было никакой возможности. Но при этом, если хотя бы один человек в эту ловушку попадал, в крестьянской семье, а в крестьянских семьях норма там 10-15 детей. И представляете, глава семьи запил. Все, катастрофа. Э, семья э, превращается в нищую, потому что кто будет хозяйство тянуть и так далее. Поэтому, конечно, было большой бедой. И поэтому вот Сергей Алексеевич Трощинский этим задумался и вот, значит, начал воплощать в жизнь свои мысли. — Но, может быть, пьянство было более распространено среди горожан? — Среди высшего общества. Uh -huh. Во-первых, среди горожан, а в еще большей степени у, у Эрбера. В салонах, в салонах. Мы же читаем как раз, где, когда пили. Поэтому... Вот они пытались, как и сейчас, они же тоже нам все приписывают. Вот что они делают, они нам приписывают. И наоборот, не замечали, сейчас всегда так же. Вот тогда и так же было. Ну, в современной России о празднике Всероссийском Дне Трезвости вспомнили где-то спустя 90-е годы, когда действительно пик употребления алкоголя на душу населения среднего россиянина был очень высокий. Там За 10 литров по-моему, за, за 12 15, по около, 15. около 15 При этом 8 литров э, Это цифра, которая э, Обрекает нацию на, на вымирание, на вымирание. Вот. А мы сидим Кстати говоря, вот вопреки мифам Что у нас э, ничего не делается э, С точки зрения борьбы с алкоголизмом Я поразился, когда познакомился Ну, во-первых, я чисто визуально вижу Все видят, что пить стали меньше Уже с пивными бутылками молодежь так не увидишь Но цифры говорят сами за себя За себя что по некоторым данным, у нас же было действительно 15 литров, а сейчас по некоторым данным количество употребления опустилось до 7-8 литров. То есть мы уже вроде бы как по некоторым статистическим данным перешагнули эту границу вымирания. Возрождение. Да, 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 да. да. То же самое, как с демографией. При том, что Европа как раз, мало какие страны Европы употребляют меньше, там, 9-10 литров. То есть, ну, мало. То есть, действительно употребляют очень много. Вот, и с точки зрения интереса, действительно, очень много делается. И я вот приветствую всячески разные законы, которые принимаются. Те другие, вроде, люди стонут, говорят, ну, что, опять здесь зажали, здесь зажали. Но когда все вместе это сложишь, это как вот с этим оружием. То есть, вроде, тоже говорят, вот, все разваливается, все, нет оборонки, нет ничего, нет, а потом раз... И показали, это полетело, это полетело, и все за голову схватились, как мы упустили. Здесь то же самое. Десять лет молчали, не трубили перед собой. Кстати, это наш лозунг, не трубить перед собой. Во-первых, бесплатно оказываем всем помощь. Это наша принципиальная позиция, потому что мы считаем, что если начнем брать деньги за, за наркологическую помощь, то тогда это перестанет работать. У нас именно волонтерское движение, это на добровольность, именно поэтому оно эффективно. Потом, я, когда будет время, я раз, разовью. Я, я, например, понял, почему именно бесплатные действуют, а платные не действуют. Вот. Uh, это первый принцип, и uh, не трубить перед собой второй, да, что, видите, вот uh, мы существуем 25 лет, у нас эффективность, научно доказанная эффективность, а мы умышленно фиксируем, потому что нам важно знать, какой эффективность, так вот она uh, измеряется 70-74% эффективность двухлетней ремиссии, при том, что официальная наркология фиксирует годовую ремиссию, ну, то есть в течение года считает, вот год человек не пьет, это вот ремиссия, да. Говорит о 7%. То есть, по сути, мы в 10 раз более эффективнее, чем официальная наркология получается. Но у, в каком состоянии к вам люди приходят? В наркологию иногда в горизонтально поступают люди на лечение. Так, да? А у нас вертикально? А у вас люди самостоятельно приходят? Нет, в том-то и дело, что к нам приходят как за последней помощью, когда уже да. ничего не помогает. Ну, представьте, наркоманы приходят. Вот героиновый наркоман, в какую он стоит? То есть это уже то есть люди теряют уже семью, работу и так далее. Так вот, я не говорю, что второй принцип нет рубить перед собой. Казалось бы, это очень важно. Казалось бы, действительно, ну берите, пользуйтесь. Мы же денег не просим, ничего. Вот берите, есть методика, мы обучаем бесплатно людей. Открывайте в регионах. У нас вот в семи регионах открыли клубы трезвости. Помогает вот только церковь в этом. Вот медицинское сообщество нас приняло. С Евгением Брюном прекрасные отношения. Он, так сказать, приветств... Евгений Брюн, это главный нарколог колок, России. Да, да, да вот, э, был даже приказ Минздрава в 1997 году о том, что надо бы открывать семейные клубы трезвости, вот, по, хотя помещение выделять, да, в наркологический диспансер под открытие и так далее. То есть мы в, на, э, написали научный целый труд, который описывает нашу методику. Одно из научно-исследовательских заведений, Министерства захоронения, написал, описал методику с научной точки зрения, значит, вот семейных клубов трезвости. Все это есть. Берите и пользуйтесь. Так, Дим. Что из себя представляет э, семейный клуб трезвости и как он работает? Ну, так же, как мы с вами сейчас общаемся, сидим, кофе пьем, чай То есть пьем. через слово? Да, совершенно верно. Вот а, об этом и речь. Вот а, в, в чем смысл, вообще, в чем смысл нашей работы? А, вот, предположим, человек, беру крайние ситуации, да, предположим, человек-наркоман. Он прошел реабилитационный центр. Действительно, без революционного центра, когда человек ну, не в состоянии даже час удержаться от употребления или там, сутки удержаться от употребления, очень нередко нужно пройти революционный центр. Но, кстати говоря, очень нужно четко выбирать. Сейчас очень большое количество революционных центров либо противозаконные, либо мошеннические. В лучшем случае они не принесут пользы. Вы а кучу говорите говорить. о деструктивных реабилитационных центрах. Есть и деструктивные, а есть и вроде как конструктивные, но когда копнешь, они деструктивные. Да? Вот, то есть, есть самое, я говорю, эта волна пошла вот только последние годы. Я удивляюсь, как люди стали бизнес на этом делать. Вот, но я поэтому повторяю. Но все-таки реабилитационный центр в некоторых ситуациях хорош. И у нас есть список. Мы рекомендуем, если у кого-то крайние ситуации, что вот человеку надо. И тогда у нас есть. Мы изучаем какие безопасные центры и так далее. И вот человек прошел революционный центр, он вернулся в ту же атмосферу, в тот же дом, в ту же квартиру, те же на симке куча телефонов э -э -э, дистрибьюторов, да, uh -huh. вот, и как ему удержаться, когда ему звонят, когда его встречают, как ему удержаться в потреблении. поэтому нужна постоянная помощь, э -э -э, амбулаторная, что называется. Вот раз в неделю мы встречаемся и людей поддерживаем. Во-первых, это поддержка. Во-вторых, человек приходит и видит, что здесь есть. Вот, вот они трезвые. Вот Сергей, да, вот он кололся, вот он бросил. Вот Ваня, он там из игровых автоматов не вылезал, а вот он трезвый. Вот Петя, так он вообще, так сказать, спился, под забором лежал. Вот уже там 7 лет не пьет. Все это можно вживую увидеть, и это людей воодушевляет, во-первых. А во-вторых, действительно, мы разговариваем о практических вещах. Каким образом вот эту неделю прожить, не употребив? именно способ. Причем это касается не только самих, за, самих зависимых, но и членов семей. Потому что члены семей несут на себе чуть ли не половину э, ответственности, с одной стороны, а с другой стороны, больше половины ресурсов по исцелению находится в руках у людей вот так называемых зависимых, у близких. Они, как правило, ходят по кругу. Они, как правило, ведут себя неправильно. Они, как правило, усугубляют. Делают все, что для, для того, чтобы усугубить проблему. И это вот у нас, если будет возможность сделать вот цикл передач, тогда я смогу более широко раскрыть прям по-тематически, да? — у нас есть да, возможность. Да, да, мы сегодняшние да. передачи... Ну, сегодня от... Открываем да, серию да, да, передач, ну, да? — Ну, да. это как видение, да. Поэтому на примере покажу, как вот можно тельные мифы развеять. И тогда, если у людей... Когда люди это видят и понимают, для них начинает раскрываться, как действуют эти законы, и тогда им проще действовать. Как зависимым, как самим алкоголикам, так и их близким. И в этом, в этом э, и заключается наш главный смысл. То есть, с одной стороны, чувство локтя, взаимопомощь, взаимная молитва, э, и с другой стороны, знания. Хотя, честно говоря, я всегда говорил, что вот, э, ну, такая форма знаний не лечит. Лечит страдания и любовь. В чем это заключается? Ведь э, мама или жена всегда считает, что если я своему Сашке объясню, что он свою печень пропьет, что дети брошены, что работу он потеряет, что он вот уже докатился до последней степени, вот именно этим занимается десятилетиями, и ничего не получается. Почему от него отскакивает? Почему он не, не может вразумиться? Или посмотреть фильм научный. Покажите там визуально, как разлагаются какие-то органы, как люди умирают от алкоголизма. Вот. Так вот знания не лечат. Вот эти знания не делают людей трезвыми. А, а, вот, а делают люди трезвые страдания и любовь. Самое главное любовь, потому что, как правило, люди исцеляются от того, что действительно они начинают понимать, что они теряют любовь любимой жены, любимых детей, и видя, у него начинает э, душа крови обливаться, в виде, как они страдают от этого, и от этой любви он бросается с одной стороны, а с другой стороны, да, иногда человек просто настрадается, потому что алкоголь это исключительно страдание. Вот он настолько настрадается, что он уже говорит: ну все, брошь. Вот страдание и любовь лечат, а знание не лечат. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте яндекс.ру или на короткий смс номер 5522 в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня мы с Дмитрием Петровичем Девяткиным открыли серию передач ⁇ Как жить трезво ⁇ Я думаю, это будет не менее 10 передач. А Дмитрий Петрович, вы можете назвать телефон, по которому можно было бы обратиться к вам за помощью? Да, пожалуйста, вот у нас есть блестящий психолог Елена Юрьевна 916-093. 75 63 еще раз 916 093 75 63 она как раз принимает знанки, распределяет по клубам и отвечает, помогает. Она удивительный, удивительной души человек и очень большой профессионал с очень серьезным образованием психологическим. Поэтому она не подведет. Уважаемые радиослушатели и зрители Рада ТВ, кого заинтересовала эта тема, которую мы сегодня обсуждали с Дмитрием Петровичем Девяткиным. Вы можете каждую неделю нас услышать, то есть теперь каждую неделю а, часть передачи будет посвящена теме, как жить трезво. И в нашей студии вы услышите первого заместителя председателя правления ведущего семейного клуба трезвости Дмитрия Петровича Девяткина. А, Дмитрий Петрович, большое вам спасибо за то, что вы приняли сегодня участие в нашей передаче, спасибо, и что надеюсь, пригласили. что а, на следующей неделе аудитория наших радиослушателей станет больше. Спасибо большое, что пригласили. До свидания. Все хорошее, до свидания.